Буквально на прошлой неделе мы показывали сюжет о том, что наркоторговцы чувствуют себя в Украине безнаказанными. Таблетки амфетамина и марихуану продают буквально на каждом шагу. И никто особо не скрывается. На этой неделе полиция отчиталась о рейдах. В Днепропетровской области правоохранители обнаружили плантации марихуаны. Ее выращивали посреди поля, спрятав в высокой траве. Всего было найдено 36 участков. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал первый замглавы нацполиции Вячеслав Аброскин. Хозяин плантации задержан. А в Одессе сегодня полицейские вместе с пограничниками изъяли крупнейшую партию психотропов. 250 килограммов каптагона преступники собирались переправить в Кувейт. Спецоперацию правоохранители готовили около года. На выезде из города они задержали микроавтобус. В кузове находились деревянные коробки с надувными лодками. Среди них и нашли пакеты с таблетками. По оперативным данным, в Кувейт их собирались отправить через аэропорт Борисполь. Во время обысков дома у задержанных нашли еще 105 килограммов психотропов. Организатором канала оказались граждане России и Украины, уроженцы одной из арабских стран. Создав транзитный канал из Сирии через Украину в Кувейт, они получали бешеные прибыли. Стоимость задержанного груза по ценам черного рынка составляет около 15 миллионов долларов.